Вы готовы к супер-пупер интересному челленджу на Дорода? Если да, то пристегните ремни, ведь вас ждет невероятный челлендж, где кто-то лизнет вкусняшку, кто-то откусит, а кто-то не получит ни крошки. Приятного просмотра! Всем приветики! Ничего себе! Вот это мороженое! Я тоже такое хочу! А это еще кто там такой? Привет, красотка! Как дела? Какой красавец! Ты что застыла? Класс! Думаю, это прекрасный повод поесть мороженое. Да как тебе не стыдно? Оно мое! Ничего себе! И все мороженое мне! Класс! Так что это плохо воровать чужое. Плохо, но очень вкусно. Кто это сделал? Почему вы такие воришки? Но ничего, я вас всех проучу. Только попробуйте еще украсть. Предлагаю скорее узнать, что внутри. Полностью согласна. И это все? Одна печенька на нас троих? Да уж, маловато. Что будем делать? О, кажется, я знаю. Пришло время тянуть карточки. Ну вот, я даже ее не попробую. Не повезло. Если только не сделаю это быстро. Нет, ты не тронешь нашу печеньку. Теперь я тяну карточку. Я смогу ее откусить. Ну вот, значит, мне придется ее облизывать. А я так хотела поесть. Только мне сегодня повезло. Хотя у меня есть идея. Саманта, можно я буду первой? Валяй. Все равно ты не сможешь ее съесть. Может, я и не съем, но я слежу самое вкусное. Белую начинку. Что? Даже мне не оставила. Не переживай, специально для тебя я подготовила немного слюней. Вот, держи. Приятного тебе аппетита. У меня, кстати, неплохие слюни. Какой кошмар, это же такая мерзость. Фу. Меня как будто собака в рот лизнула. Эй, а я-то тут при чем? Какая гадость. Пора открывать. Можно на этот раз я? Давайте посмотрим, что же там. Ой-ой, кажется, это кактус. Может быть, он шоколадный? Нужно проверить. Нет, не шоколадный. Больно, он настоящий. Какой ужас, это же игла! Я знаю, как могу тебе помочь. У меня как раз завалялась пара пластырей. Именно они тебе сейчас и нужны. Спасибо, Джек, ты настоящий джентльмен. Кажется, пришло время тянуть карточки. Ну вот, только не это. Ура, я выиграла, я не буду его трогать. Ой, мне придется его облизывать. А мне кусать! Какой ужас! Да уж, не повезло. Особенно быть первой. Нет, я не буду первой. Нет, ты будешь. Как дети ссорятся. Это твое. Нет, твое. Хватит, уже достали. Может, решите вопрос проще на Цуефа? Это хорошая идея. Цуефа! А, кажется, я выиграла. Так что, Джек, ты первым будешь лизать эту гадость. Так хотя бы честно. А, как же больно! Ай-яй-яй! Ай-яй! Ой! Бедный Джек! Да ладно вам, это просто шутка. На самом деле язык не настоящий. Дурацкая шутка. А теперь ты должен лизнуть кактус по-настоящему. Точно. Ладно. Я не буду рисковать. У меня есть идея, как сделать кактус совсем безобидным. Так он точно не будет колючим. Ай, аккуратнее. Все же прямо в нас летит. Я вся в иголках. Не ворчите. Зато я теперь могу спокойно облизать кактус. А Эмбер сможет его откусить. Так, я попробую. Я не при делах, но все равно вся в иголках. Фу, даже бритый кактус на вкус отвратительный. Фу, это очень гадко. Почему снова в меня? Причем тут я вообще? Ой-ой, это не я. Это все она, Эмбер. Чем это так пахнет? Кажется, запах из-под крышки.
нужно узнать, что там. Окей. Ой, этого я и боялся. Это же рыба. Фу, гадость. Мерзкая рыба. Но карточки никто не отменял. Блин, придется ее лизать. Ура, я не делаю ничего, мне повезло. Это что такое было? А, неважно. Получается, мне придется ее кусать. Ну уж нет, я не согласна. Придется. Это сложнее, чем я думал. Мне страшно. Но я должен, я смогу. Еще минутку. Не будем мы ждать. Вот, я тебе помогу. То-то же, так и правда быстрее. Мерзость. Ты как ты посмела? Я тебя отомщу. Вот, ешь свою рыбу, кусай. Ты что сделал? Я не была готова, меня сейчас стошнит. Фу, ну и вонь. Но это еще не все. У тебя целая половина рыбы. Отстань от меня. Ай, мне же больно. Зачем вы так? Ну что, открываем? Погнали. Ничего себе, какой огромный торт. Уже хочу его съесть. Но еще рано. Сначала карточки. Они уже наготове. Разбирайте. Круто. Я могу все облизать. Ура, я буду есть. Ну вот, а я ничего не смогу сделать. Хотя почему я должна страдать? Я тоже могу попробовать тортик. Ой, как же это вкусно. Так бы и ела этот торт вечно. А ну руки держи подальше. Это вовсе не твой торт. Жадины, могли бы и поделиться. Мне самому мало. Может, хватит? Вообще-то это и мой торт тоже. Как же вкусно! Хватит! Нужно делиться! What? Ты чего? О, тортик еще и на носу. Класс! Ты был прав. Торт просто шикарный. Эй, Саманта, может, ты и с нами поделишься? Еще чего захотели, это мой торт. Ни за что. Ах так, тогда получай. Ты что наделал? Да я тебя сейчас. Ну все, ты у меня получишь. Зря ты так со мной. Эй! Не попала. Ты совсем обнаглела? По-моему, тебе даже идет. Интересно, что там внутри? Ой, кажется, это невкусно. Это просто ужасно! Какая же гадость! Кошмар! Ну вот, а я еще это ем! Ура, повезло! А я что? Окей, ладно, облизать его будет не так сложно, если зажать нос. Это и правда не так страшно. А если убрать прищепку вот так вот? Фу, какая мерзость! Верните мою защиту! Джек, теперь ты. О, нет! Я не смогу его съесть, это гадко! Но тебе придется. Почему именно мне так не везет? Как же это невкусно! Наконец-то свежий воздух. И не говори, подруга. Рано радуетесь, что-то мне нехорошо. О нет, опять эта вонь! Помогите! Я падаю, спасите. Упс, я не виноват. Давайте посмотрим вместе. Круто, Хуба-Буба. Да, осталось только карточки вытянуть. Что же у меня? Ну вот, я даже не смогу пожевать. А я смогу пожевать жвачку. Как же круто. А
облизывать, но жвачку нужно жевать. Вот, лови, ты будешь первый. Класс, надеюсь, она будет очень вкусной. Так, попробуем язычком. Хотя чего мелочиться, можно облизать ее целиком. Так будет точно вкуснее. Ты же ее испортишь. Может, хватит уже? Дай ее мне. Ну вот, теперь она вся в слюнях. Зато мне было вкусно. Нет, я не буду ее есть. Это гадко. Опять? Я-то тут при чем? Фу, теперь ее точно никто не будет. Ну что, это было круто. Еще больше таких же классных и смешных челленджей всегда можно найти на Дорадо. Поэтому оставайтесь с нами.